Большому человеку большая машина. У героя нашего следующего сюжета церебральный паралич. Однако 19-летний молодой человек, несмотря на трудности со здоровьем, не унывает, а живет полной жизнью. Максим Гончаров не представляет себя без своего автоблога. Ирина Водина расскажет подробности. Максим Гончаров в свои 19 лет снял уже не один выпуск для видеоблога. Обзор автомобилей молодой человек начал снимать 3 года назад. Тогда у него не было ни съемочной группы, ни монтажера, только большое желание творить. И за это время он отснял уже 55 роликов. На этом тест-драйве не будет много информации про историю, потому что это не тот автомобиль, о котором можно говорить в какие-то исторические моменты. Чтобы один такой видеообзор можно было предоставить на суд зрителей, нужно проделать колоссальную работу, делится молодой человек. На подготовку и обработку видеоматериала может уйти целая неделя. Сначала нужно написать сценарий, а затем уже приступить к съемкам. Всем добрый день, я Гончаров Максим. Максим снимает обзоры как эксклюзивных, так и обычных автомобилей не только в Нижнем Новгороде. Он побывал уже в Калининграде, Воронеже и Москве. А этим летом поедет в Краснодар и Сочи. Автомобили всегда разные, и к ним всегда приходится привыкать. То есть нет такого ощущения, что вот автомобиль сел и сразу на нем поехал. То есть нужно к автомобилю первое это привыкнуть. Ну и автомобиль чувствовать, это самое главное. Антон – видеооператор. С Максимом познакомился в прошлом году и сразу же начали работать вместе. Признается, жизнелюбие и целеустремленность парня его просто поразило. То, что он идет к своей задаче, к своей мечте, и ничто его не останавливает, да, ни сложности, да, порой с перемещением, со съемками, потому что нужно собирать команду, нужно собирать операторов, монтажеров, искать крутые тачки, и он со всем этим оперативно справляется. Несмотря на свои проблемы, двигается, борется, показывает пример многим вообще людям, стараемся максимально его поддерживать, доверяем ему, в чем-то помогаем, наставляем, поддерживаем. А недавно Максиму предложили снять обзор танка Т-80. Съемки будут проходить в Московской области на специальном полигоне. Ирина Водина, Дмитрий Климаков, Галина Терехова. Вести о Приволжье.